общем, почти дособирал, облагородил вольерчик свой. Скоро будет обзор. Вот, посмотрите, здесь есть уже большое место, да, для большого жителя какого-то типа акбара. Есть и маленькое место. Но у меня еще есть дополнительные еще места, которые передвижные. Эти стационарные, то есть, допустим, здесь будет большая собака, две большие у меня будут собаки, то есть возможность поставить. Либо две маленькие, там еще есть будка, которая передвигается. Ну, вот такая вот сеточка, да, для того, чтобы морды не вылазили. И полный обзор я уже скоро сделаю. Здесь очень много особенностей. Ну, например, вот дверка. Почему дверка, меня спрашивают, почему дверка открывается внутрь. Я как раз объясню все эти детали. То есть я продуманно заказывал вольер именно под... Ну, с учетом того, что я уже столько лет отработал в цирке, да, и все эти вещи для меня очень знакомы. Кому интересно, смотрите мой обзор, полный обзор вольера на канале «Я и мой хвост». То есть, соответственно, здесь будут рассказаны все детали. Почему это сделано, для чего это сделано и как это удобно или неудобно. То есть, вот такой вот на данный момент пока вот чисто внешне. Естественно, здесь будет еще дополнительно территория для выгула сделана. Так что заходите на канал, не пропустите.